Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Конопа. Долина царей. Гробница номер 55. 18-я династия. Правление Эхнатона. 1350-1333 год до нашей эры. Алебастр. Обсидиан. Высота 38,8. Диаметр 23,8 сантиметров. Конопами называют сосуды, в которых хранились извлеченные из тела внутренние органы во время мумификации. Их помещали в отдельные сосуды, как правило, таких сосудов было 4, и хранили вместе мумифицированным телом. Данная конопа лишена надписи, но стилистические особенности этой вещи позволяют отнести ее амарнской эпохе. Анализ предметов из гробницы показывает, что саркофаг, предназначенный для женщины, использовался для погребения Сменкхара, наследника Эхнатона, умершего в молодые годы. Конопа, как полагают, была изготовлена для Меритотон, старшей дочери Эхнатона и Нефертити. Одни видят в ней портретные черты Меритотон, другие предполагают, что Киа, эта дама, которая появлялась вместе с Эхнатоном в последние годы его жизни, в то время, когда следы Нефертити окончательно теряются в истории. По стилю можно судить, что изделие изготовлено в Амарне и импортировано в Фивы для погребения. Исключительно тонкая работа по алебастру, великолепная проработка волос и широкого многорядного ожерелья. Живые, инкрустированные обсидианом глаза придают образу особую выразительность. Ну, такое описание я нашел про конопу. Долина царей, гробница номер 55, династия, правление Эхнатона. Все, пока-пока, до свидания, узнаю что-то новое.